Всем доброго времени суток, и сегодня я хочу с вами поделиться своими покупочками с Wildberries и пару покупок еще из магазина Магнит. Смотрите, мне прям, я считаю, повезло, у Никиты потерялась одна перчатка, сейчас уже холодно. Вот такие вот обычные перчаточки, очень приятненькие. Девочки, я купила их за 36 рублей. Вот прям 36 рублей, какая-то распродажа, и я прям очень довольна. Надо будет попробовать зайти, вдруг там еще где-нибудь они заваляются. Так, что еще я взяла? В обычном продуктовом магните еще скидка на пантенол. Вот такой бальзам для губ, гигиеническая помада. У меня губы все обветрились, потрескались. Я целыми днями на работе, и, видимо, там, ну, у нас ремонт идет в магазине. Видимо, от сухости, от пыли, от всего этого вообще крал. 39 рублей. Я купила их 3 штуки. Одна у меня осталась в машине, одна вот у меня в сумке я пользуюсь. Я вот только-только начала пользоваться, видите? Вот. А, нет, я купила 4. Я сначала купила 3. На улице выхожу из машины, на улице такая, достаю бальзам. Чуть-чуть выкрутила, хотела намазать, и у меня в лужу выпал весь вот этот стержень. Вот. Ну и купила я еще один, чтобы дома был про запас, потому что у меня Никита пользуется, у него обветриваются губы. Обязательно, чтобы в машине была и в сумочке. Дальше. Вот такие вот еще откопала светоотражающие наклейки. Смотрите. Это наклейки-скрепыши. Вот. Да, вот они, скрепыши. По 36 рублей. Ну, сейчас не видно, а так они очень хорошо свет отражают. Мне прям понравилось. Особенно вот этот вот замерзший. Этот какой-то, не знаю, как Никита сказал, говорит, на зомби похож. И вот такой вот. В общем, приклею ему на школьный рюкзак, еще куда-нибудь. Темнеет сейчас очень рано. Ну и, собственно, заказ с Wildberries. Поехали. Первое, что я вам покажу, это вот такая вот омолаживающая, господи, хотел сказать, увлажняющая маска для волос. Она облепиховая. Давайте мы ее вскроем. Так. Она упакована в пупырку. 281 рубль она на скидках, она есть еще голубенькая, там и вообще, в принципе, у Organic Oil вот эта серия, много всяких разных средств, есть спрей для волос, еще что-то, но я решила взять маску. Главный эксперт по красоте волос для всех типов. Облепиховая маска, увлажнение и гладкость. Сибириан облепиха, профессиональная. Так, сос-маска, срок годности, видите, хороший. Давайте посмотрим. Заглушка вот такая. И тут, как бы она, видите, не такой ощущение, как будто уже кто-то попользовался. Аромат приятный очень, но, знаете, нет такого, что прям бьет в нос облепихой, как Сиберика. Да, у нее есть облепиха. Я раньше покупала шампунь и бальзам, он мне очень нравился. Кстати, что-то я его давно не вижу. Надо в Магнит Косметик зайти посмотреть. Здесь прям, ой, нос испачкалось. Здесь прям такой нежный кремовый аромат. Парфюмерная отдушка. Я бы не сказала, что прям облепиховая. Ну, попробую обязательно. Потому что у меня волосы, в принципе, они пушистые, пористые. И обязательно потом либо в пустых баночках вам расскажу, либо в Инстаграм пост напишу. Кто уже пробовал, пишите, как вам понравилось, не понравилось. Так, еще раз покажу. Вот она. Поехали дальше. Что еще? Заказала ребенку нижнее белье. Так, сейчас. Ну да, приходится шуршать, что поделаешь. Так. Давайте сейчас я все-таки это сниму и вернусь к вам. Пакет какой-то. Один вот нормальный, а второй прям дико шуршащий попался. Еле я его сняла. Итак, это Gloria Jeans. Вот такая вот ниточка здесь. Смотрите. Бургер Level Low. Ну, одни темно-синие с рыжей полосочкой, а вторые вот такие вот темно-темно-серые графитовые. Тут вот Coca-Cola, Free, бургеры какие-то, сосиски нарисованы с зелененькой. Мне качество у Глории нравится. Нормальное нижнее белье, стирается хорошо. И, в принципе, принт вот этот не выстирывается, не линяет как-то вот. Ну, я давно покупаю ему Глорию, и вполне очень даже хорошая. Боксер 14+. Это у нас идет на рост 170. Вот.
Он у меня, в принципе, носит, какие у него сейчас, 164-е, но они немножечко такие уже, прям в облипочку. Хочешь, чтобы покомфортнее было, чуть-чуть посвободней. Вот такие трусики. И вторые тоже Глория, тоже такая же ростовочка, только здесь расцветка. Видите, одни такие вот они зеленые, с динозавриками. А вторые просто темно-зеленые, без ничего. Вот боксеры, чтобы были посвободнее, потому что он занимается, ходит на тренировки. Надо, чтобы было все комфортненько. И что еще покажу? Я сразу сняла тоже пакет, хотя он не сильно шуршащий. Темно-серый, размер 54, ростовка 182. Очень редко, где можно встретить нормальную мужскую ростовку. В принципе, так же, как и женскую. Я от этого страдаю, у меня рост 179, там с копеечками небольшими. И либо 164 везде классический, либо 170. То есть у меня джинсы короткие, рукава на колочках короткие. Это прям моя вот печаль-беда. И мужские тоже. Часто 170, но 176 максимум. А тут какие-то брюки прям топ-продаж они, спортивные. Фирма называется Zari. И смотрите, вот размер. У них и на 170 есть, и 176, и 182, что мне понравилось. Поставщик Омега, город Москва. А изготовитель Республика Беларусь. Отзывы там суперские. Не знаю, как на самом деле, пока говорить ничего не могу. Хлопок 78, полиэстер 18, лайкра 4. И вот смотрите, обхват талии, обхват бедер, рост. Кому это важно? Но ссылочки в любом случае я, как обычно, закреплю, оставлю. Все это будет. Вот. Там и женское есть, и мужское. Такой вот темно-серый графитовый цвет, я бы сказала. Ну, от лампочки он посветлее чуть-чуть, так вот чуть-чуть потемнее. Обычно здесь у нас такая вот резиночка, шнуровочка. Она функциональная такая, как бы не для красоты. Любимые вопросы, will you help out? 30 градусов стирочка у нас, да? И карманы, вот. Достаточно глубокие, прям очень глубокие. И что здесь у нас, смотрите, есть? Вот она брючина, брючина. Вот, сверху. И до колена идет сбоку вставка такая, черная. А внизу они с манжетиками. Вот. Видите? В принципе, сделано все, смотрите, как приличненько. Ну, чуть-чуть, может быть, есть такой запашочек. Ну, прям совсем чуть-чуть. Знаете, как все. Слушайте, по-моему, хорошие штанцы. И действительно на высокий рост. И они достаточно широкие. Они не в облипочку. Кто не любит вот обтягиваться, да, себя как сосиска. Вот они. Очень хорошие. Мне прям понравились. Слушайте, достойные вот эти вот Zari штанишки. Я думаю, понравится материал. На ощупь не стеклянный, приятный. Там, не знаете, какие всякие есть. Допустим, черные с белой полоской сбоку до колена или до низа полностью. Или там серый с рыжим, там синий с желтым. Всякие разные. В общем, откройте ссылку, посмотрите. И что я еще решила заказать, попробовать. Отзывы тоже хорошие. Это вот такой вот микрофон. Потому что девчонки, ну, вот, два раза мне, правда, писали на такие видео, где, например, я в ванной снимала видео. Там бьюти-ванна была или обзор коврика в ванной. Плохо слышно. Ну, понятно, что в ванной будет эхо. Чтобы корректировать такие моменты, я заказала себе вот такой беспроводной микрофончик. Буду тестировать. В следующем видео вы уже услышите меня с ним. Вот. Отзывы хорошие. Цена у него очень сильно скачет. То 980, то 1300, то 1500, то 1100. В общем, я его долго ловила. И там у меня два их в корзине было. Они самые такие топовые по отзывам. Ну, посмотрим. Вот такая здесь у нас информация. По отзывам пишут, что подключается все моментально, все работает, ничего настраивать не надо. Ну, не знаю, протестирую, посмотрю, надо настраивать или не надо. Вот. Так. Ну, давайте посмотрим, что там внутри за зверь. Я просто не стала проверять на пункте выдачи. Я говорю, а можно, говорю, я это дома посмотрю, и все. Он говорит, да, говорит, ну, если что, возврат будет как бы как брак. Я говорю, ну, это если он не будет работать, то это 100% будет брак. Значит, здесь у нас вставочка, которая сама в телефон, а здесь петличка. Вот так это все выглядит, девчонки. Надеюсь, теперь вам всегда будет меня очень хорошо слышно. На этом я буду заканчивать обзор
заказы с Wildberries. Я всем очень довольна. Все вот мужские вещи прям прекрасные. Масочку протестирую. Я очень люблю маски для волос. Как бы я не люблю вот на корни, а вот хвост, все, они у меня, слава тебе, Господи, не секутся. Вот я за ними ухаживаю, я очень люблю и не люблю ходить пушистая, как лев. То есть, чтобы они такие вот у меня были. И я очень довольна вот этими покупками. То я тапочки ему для бассейна купила за 68 рублей в магните, в продуктовом. То вот теперь перчатки пожалела, что две штуки не взяла. Просто он был не со мной, думала, а вдруг ему коротковато на пальчике будет. Нет, все нормально, подошло, в принципе. Они как бы это... Так-то. На детскую ручку 10-11 лет вообще прекрасно. Так что я всем очень-очень довольна. Надеюсь, для вас это видео было полезно. Ссылочки я все обязательно оставлю в закрепленном комментарии, как только выйдет видео. Посмотрите к штанишкам, приглядитесь. Качество хорошее. Я даже думаю, надо себе какие-нибудь спортивочки заказать. Там еще толстовки вроде у них есть. Но я не вникаю. Думаю, я пощупаю, вот потрогаю и сделаю свой вывод. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Но я вам желаю всегда только отличного настроения, выгодных покупок и берегите себя. Пока-пока!